Христос воскрес! Воістину воскрес! Сьогодні ми чуємо на центральній площі нашого міста та у наших храмах. Це спів неба і землі, які оспівують вихід із гробу свого воскреслого Творця і Спасителя. Сьогодні, 24 квітня, православні християни святкують величне свято Великодня. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Це те свято, яке завжди приносить нові барви у буденність, підвищує настрій та збирає родину за одним святковим столом. Цього року свято Великодня у нас особливе. Святкування звершується інакше, аніж минулі роки. Пасхальне послання предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, архіпастирям, Чернецтву та всім вірним чадам Української православної церкви. Христос воскрес! Цими вічно живими словами сердечно поздравляю всіх вас, боголюбиві архіпастирі і пастирі, благочестиві іноки і інокині, дорогі брати і сестри, з найбільшим нашим християнським святом Воскресіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Хто живе по заповітах Бога, той оберігає від загибелі не тільки себе, але й світ, який оточує його. Тому намагаємось жити так, щоб ми були хоронителями світу, а не розрушителями його. Ще раз вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, зі святом преславного Христового Воскресіння, з великим тріумфом перемоги життя над смертю. Бажаю всім здоров'я, миру, щастя і спасіння. Нехай світло життя, яке засяяло від живоносного гробу, осяює наш розум і дає нам силу любити Бога і любити один одного, щоб ми сьогодні, Воскресіння Христове, святкуючи, поклонились смиренно Святому Господу Ісусу і разом заспівали переможну пісню Святої Пасхи. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, Ісусів у гробах живот дарував. Христос воскресе! Смиренний Онуфрій, митрополит Київський і всієї України, Пасха Христова, 2022 рік, місто Київ. Христос воскрес! Сьогодні звершувалося головне богослужіння року. Це свято свят, торжество торжеств. Це свято перемоги добра над злом. Важливим ритуалом Великодня є благословення та освячення їжі, Божих земних дарів. Христос воскрес лунає. Під передзвін церковних дзвонів та спів пасхальних пісень освячуються паски, крашенки і писанки та все принесене в прикрашених кошиках. Христос воскрес! Воістину воскрес! Це привітання зараз звучить на всій землі, в усіх уголках, в різних странах, на різних язиках. Люди приветствуют этим святым приветствием друга, возвещая великую радость воскресения Господа нашего Иисуса Христа, победившего смерть, первым воскресшего из мертвых и показал нам путь по спасению. В Ивановском повествовании мы встречаем такой эпизод, когда ученики приходят к Спасителю и говорят ему: «Пилат смешал жертву с кровью принесших их». И Господь, отвечая ученикам, говорит: «Неужели вы думаете, которые так пострадали, были грешнее всех галилеян, которые так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, и с вами тоже будет». И далее, продолжая эту мысль, Господь говорит: «Неужели вы думаете, что те иерусалимляне, которые, на которых упал Силуамский столб, 18 человек погибли, неужели вы думаете, что они были грешнее всех иерусалимлян? Нет, говорю, но не покаетесь, и с вами тоже будет». И этот момент очень важен и актуален сегодня для осознания того, что происходит в мире сегодня. Богу ничего не надо, Он имеет все. Он великий податель всех благ. Он подает нам и солнце, дает нам воду, дает жизнь, дает радость, решает за нас все наши проблемы. И ждет от нас только одного – благодарность. Говорит: «Сыне, отдай мне сердце свое». И вот этого отдания сердца как раз от нас не происходит. Мы не благодарим Бога за все, что имеем. Каждый день мы ропщим, недовольны и так далее. И поэтому Господь попускает иногда такие испытания, как и тогда, для тех, кто сомневался.
Сегодня в этот светлый день, конечно, не хотелось бы обо всем этом говорить, но обстоятельства, которые мы сегодня живем, мы нуждают напомнить человечеству о том, что причиной является каждый из нас всем бедствием, которые нас постигают. Мы все по своей греховности, своему невежеству духовному в эту чашу зла добавляли свое зло потихоньку, капля за каплей, пока не переполнилась эта чаша. И наконец она пролилась этим огненным дождем на всех нас, потому что мы все отступили от Бога. И когда закончился коммунистический режим, вместо того, чтобы прийти к Богу и покаяться во всем, мы стали искать других радостей в другом месте, в других местах. И в конечном счете забыли о Боге, и опять стало для нас главным деньги и обогащение. И поэтому сегодня, в этот день радостный и несколько огорченный всем тем, что происходит, я хочу поздравить всех наших, всех живущих здесь, в нашем городе, всех жителей Украины, всех, кто находится на работе сегодня, кто на передовой, кто где, кто в больницах, каждый несет свое послушание. Поздравить с этим светлым и радостным праздником Воскресения Христова. Пожелать всем, прежде всего, мира. Мира в душе, мира в сердце, мира в семье, мира в ближнем, мира на работе, мира в стране, мира во всем мире. Пусть Господь благословит нас всех своим неотъемлемым благословением, своей благодатью и даст нам неотъемлемый мир и радость вечной жизни в этом мире и в следующем будущем, которое постигнет нас. Поэтому еще раз хочу всех поздравить и желаю всем, как и себе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе. Спасибо, Господи. У день найсвітлішого православного свята хочу побажати нам миру, спокою і добробуту. Це зараз те, чого хоче та прагне вся наша Україна. Нехай Господь береже нас і наших рідних. Бажаю, щоб цей день став початком нового і світлого життя. Христос воскрес! Воістину воскрес!